Александр Островский. Отрывок из пьесы «Бесприданница». Карандышев. Нет, уж эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Ведь не сами они нажили богатство. Что ж они им хвастаются? По 15 рублей за порцию чаю бросать. Агудалова. Все вы на бедного Басю нападаете. Карандышев. Да не один Вася, все хороши. Вон, посмотрите, что в городе делается. Какая радость на лицах. Извозчики все повеселели, скачут по улицам, кричат друг другу. Барин приехал, барин приехал. Половые в трактирах тоже сияют. Выбегают на улицу, из трактира в трактир перекликаются. Барин приехал, барин приехал. Цыгане с ума сошли. Все вдруг галдят, машут руками. У гостиницы съезд толпа народу. Сейчас в гостинице 4 цыганки. Разряженные в коляске подъехали поздравить с приездом. Чудо, что за картина! А барин-то, я слышал, промотался совсем. Последний пароходишко продал. Кто приехал? Промотавшийся кутила, развратный человек и весь город рад. Хороши нравы. Агудалова. Да кто приехал-то? Карандышев. Ваш Сергей Сергеевич Паратов. Агудалова. А, так вот кто! Лариса. Поедемте в деревню. Сейчас поедемте. Карандышев. Теперь-то и не нужно ехать. Агудалова. Что ты, Лариса? Зачем от него прятаться? Он не разбойник. Лариса. Что вы меня не слушаете? Топите вы меня. Толкаете в пропасть. Агудалова. Ты сумасшедшая. Чего боитесь? Лариса. Я не за себя боюсь. Карандышев. За кого же? За вас. Карандышев. О, за меня не беспокойтесь, я в обиду не дамся. Попробую он только задеть меня, так увидит. Агудалова. Нет, что вы, сохрани вас Бог, это ведь не Вася. Вы поосторожнее с ним, а то жизни не рады будете. Карандышев у окна. Вот, извольте видеть, к нам подъехал. 4 иноходца в ряд и цыган с кучером. Какую пыль в глаза пускает? Оно, конечно, никому вреда нет. Пусть тешится, а в сущности-то гнусно и глупо. Лариса Карандышева. Пойдемте, пойдемте ко мне в комнату. Мама, прими сюда, пожалуйста. Отделайся от его визитов.